На посту ГИБДД у поселка Николаевка еврейской автономии был задержан 23-летний подозреваемый в перевозке наркотиков. Обнаружить партию, объем которой составил более 40 миллилитров, удалось в ходе досмотра Toyota Prius. Хозяйка машины взмаху полицейского жезла подчинилась беспрекословно. Нервничать жительница Биробиджана начала после вопроса о запрещенных предметах. Забеспокоились и пассажиры. В салоне гибридной иномарки инспекторы обнаружили черный пакет, внутри которого были два шприца с гашишным маслом. В ходе предварительной беседы все-таки один из граждан, пассажир, признал, что перевозит запрещенное к обороту наркотическое вещество. Еще один сверток с таким же содержимым был упакован в полиэтиленовый пакет. Молодой человек, которому принадлежит незаконный груз, уверял полицейских, что друзья ничего не знали о наркотиках. Не говорится здесь ни о каком там, например, факте, скажем так, регулярного, либо он там систематический наркоман, просто обыкновенный гражданин, желающий заработать легких денег. К таким выводам полицейские пришли, проверив личности задержанных в базе данных. Девушка никогда не привлекалась ни к уголовной ответственности, ни к административной. Работает учителем истории в школе. Ее 25-летний возлюбленный был подозреваемым в деле о причинении тяжкого вреда здоровью, но до суда так и не дошло. Не судим пока. И главный фигурант этого дела. С места происшествия Евгения Куликова, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.